Хей, йоги, с вами Шубки, мы продолжаем пройти игру по названию Steam World Dig 2. Окей, мы с вами добыли новый предмет, это у нас ракетные взрывчатки. Еще у нас много шестеренок, очень много. Так, можно еще наверх попасть как-то. Лазурит, у нас много всего сейчас в данный момент с вами. Именно по предметам. Давайте быстренько всех убью. Так, давайте по материалу. Лазурит. Хрупкий минерал, широко используемый как краситель. Ну, в Майнкрафте это тоже был краситель, поэтому нормально. Кривовика. Ну, это было хорошо. Так. У меня два варианта, как туда можно попасть именно сейчас. Первый это с разбега. С этой платформы на ту. Можно как-то туда попасть. Мне кажется, это будет с другой стороны у нас происходить дело. Ладно, убью тебя. Чтобы не мешался. Так, еще одна шахта. А да, с той стороны тоже можно будет зайти. Давайте зайдем в шахту, посмотрим, что здесь. Ох уж эти тележки. Это так шахта называется? Да, так шахта называется. Ну, в смысле, а где мои заряды? Ага, как мне сюда открыть вот это? Добро. Короче, это у нас машина-спавнер. Так, плюс свет. Так, 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 хорошо. Слушайте, а вот когда она падает, на нее можно залезть. И тут я сейчас вот думаю, а что, если мы с вами... Сначала должен понять, как мне вернуться наверх. А, вот так, окей. Не разобьешься? Ах ты ж, ё-моё. Кажется, неправильно немного сделал. Сейчас поменяем тележки. Сначала мы запускаем тебя туда. Потому что ты самая подбитая. Дальше запускаем тебя. Потому что ты более-менее. А на самом деле я тупой. Я сломал две только что этих. Что, во-первых, я потерял по времени. Так. Сюда. 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 Бом. Теперь это ломаем. А зачем, я расскажу немного попозже. Потому что я вижу вот этот проход, да? Типа вниз. Скорее всего, я могу туда, куда нам нужно, провести тележку, что позволит мне открыть секретку. Наверное, уже увидели какую. Как мне такое... Так, ладно. Не знаю, как это провернуть. Попытаемся сейчас так сделать. Нужен свет. Темновато становится. Я хоть и свечусь, а низ
А не сгри, не вижу. Возвращайся в город и залей фонарь горючим, а то я тут потеряюсь. А замечу, что у нас музыка изменилась сразу же. После этих действий. Не, поехали. И что? Немного не врубаюсь. Ну, допустим. Допустим. Мне нужно как-то сюда, короче, подогнать его сейчас. Или... он сломался просто. А как мне тебе так тогда подогнать? Так, стоять. Дай понимаешь, что нужен цвет. Мне тележка нужна. А, я знаю, что можно сделать. Сейчас покажу. Потому что я просто лишний удар делаю на этой, понимаете, тележке. Так, теперь так. Это головоломки. Головоломки очень трудные, но все же. У меня же за это хп не отнимают, так ведь? Поэтому нормально. Чё дальше? Мне как-то сюда нужно подвинуть ее, чтобы я смог залезть в эту и бац, и пульнуть туда. А, я так не смогу сделать. Ну, делается это все так, ребята. Там я не знаю, как получается. Как мне это так подвинуть, чтобы они вдвоем туда поехали. Ахаха. А нет, не получится. Хотя... Давайте еще раз попробую сейчас. Попробуем, если он дальше поедет. Нет, он не поехал дальше. Ладно, пробуем так. Мне просто этой одной не хватает. Вот видите, а поднять ее никак нельзя. Типа я лишний удар делаю. Еще раз пробуем. Глупые головоломки, слишком сложные для меня. Так, поехал. Вот, видите, а мне нужно было, чтобы мне повезло в этот момент. Все, да, я понял, как это делается. Так это сложно, слышите? Мне нужно, короче, приугадать момент, когда будет падать та. Вот, я должен был угадать этот момент. Падение. И скорее всего, если бы оно упало одновременно, оно бы завалило ту. Давайте попытаемся немного подождать. Один, два. Нет, видите, типа, не то. А, блин, а, глупые головоломки. В первой части тоже была какая-то головоломка, которую я довольно долго делал. Вот.
И в этот момент я должен был, скорее всего, быстро подбежать. Видите, оно типа задело. И вот так, короче, нужно было сделать. Но я не успел, видите? При этом я еще должен был успеть добежать. Оно быстро. Быстро упало. Ладно. Ну, я думаю, вы суть уловили, да? Ну, я хочу все чертежи собрать. Мне просто интересно, что потом дадут. А для этого мне нужно получить этот довольно редкий артефакт за такую сложную вещь. Ах ты ж, ё-моё. Оно еще оказывается, падает, когда видит меня. Я думаю, что за фигня? Оно именно срабатывает при виде меня. Типа, я активирую ее. Да, или нет. Или нет. Напишите в чате, сколько раз вы это сделали. Ну, я думаю, не все вообще догадались, как можно было достать ту херь. Я не успел. Ну вы видите, типа, можно залезть, но я просто не успел. Сейчас. Воды наберу. Сейчас воды наберу. Нужно, короче, в секунду, чтобы успеть еще залезть на этот. О, получилось. Консервированные банановые шкурки добавлены в коллекцию. Ну, вы видите, ребят, как это все происходит. Довольно сложно. Давайте посмотрим, что нам дали. Первое — это аметрин. Редкий камень, по слухам, обладает странными свойствами. Самые крупные экземпляры, как утверждает хранится в склепе испанской королевы. Так, модификации. А, я точно, я же еще амулеты не читал. Амулет Сим Самсунг Гласабалабим. Уж точно помощнее, чем четырехлистник. Или королевская лапка. Глаза зловещие мертвец. Так. Мерцают. Становится жарковато, изнутри доносится пение. По идее, это какая-то пасхалка, но я не могу сказать, на что это пасхалка. Аратурс Нергукус. Они так соединены с людьми, что практически сроднились с ними. Поразительно обучаемые. Так, одну даже выбрали премьер-министром Норвегии. Если ты то, что ты есть, то лучше есть хорошее. Шалалала. Консервированные банановые шкурки. Почему шкурки? Потому что это не банально. Ха! Шуточки. Шкура может понадобиться в любой момент. Черт побери. Окей, 10 минут, головоломка. За 10 минут мы выполняли головоломку с вами. Ого. Ого. Тут что-то сложное. Так, золото. Так, туда еще можно пойти. Блин, нам еще в город нужно будет вернуться. Интересно, а быстрое перемещение тут есть? Так, давайте мы что сделаем с вами? Сразу так вниз. Хоп-хоп. И... Опа, вот так. Бомбочку. А доктор Квак детям. Добавлено в коллекцию. Доктор Квак детям. Знаменитый доктор Квак. У него найдется совет на все случаи жизни. Забудьте о катастрофах. Пейте квас и
Простоквашку. Блин, я хотел, знаете, просто ударить в прыжке. Так, и что это у нас за место? А, это, походу, ребята... Да, это где мы упали вниз. Но я все равно сейчас не могу ломать блоки, которые мы находили с вами. Два блока мы находили с вами, которые я не могу сломать своей киркой. Когда мы их уже встретим в полноценно именно на каком-то этаже, то можно будет попытаться. Нет. Ладно, нанес себе урон, но зато забрал то, что нужно. Так, по идее, могу с разбега попытаться... Хотя, сверху можно еще зайти туда, поэтому давайте сверху лучше. Деньги у нас есть, золото плюс. Вот это место. За кактусики, конечно, ничего не дают. Золото. Оп, допрыгнул. Типа, знаете, я хотел... Ух. Ух ты ж, ё-моё. Ну так, да? А я так туда не смогу попасть. Это получается... А хотя... И там ровная же поверхность, да? А я не смогу все равно. Типа, отсюда... А мне могу. Не, все-таки могу. Пипец, у нас с вами уже 5 шестеренок, ребят. 5. Это довольно много. Блин, мне интересно. Тайны. Западная. Тут еще есть тайники. Если верить карте. Наверное, там, где... Ой. Ой. А хотя ладно. Ой. ХП дай. Я сейчас немного подохну, наверное. А почему у меня воды так мало? Куда вода делась? Подожди. Половину воды... Оно, типа, истекает? Подожди. Да не, вода не тратится. А где она тогда? Гос, бегаем как раз к этой жительнице. О, здорово. Местному мэру не достает бренда, но он не безнадежен. Вот они редко становятся большими, чем простая комбинация сборочных деталей. Мне следует позволить себе довериться его суждениям и всем остальным тоже. Не вижу ничего страшного в этих землетрясениях. Этот лифт наверняка давно нуждается в починке. А, блин, и тебе его даже не починили, чтоб я им тоже мог пользоваться. Чтобы я тоже им мог пользоваться. А что мы сейчас делаем? Первое, мы продаем все, что нашли, и у меня будет на прокачку пойти кирки даже. Для кирки там 80 нужно. И у нас 5 шестеренок, это прокачка для нашего оружия, блин. Или же лучше все-таки инвентарь улучшить. Не, кирка. Быстрее копаем, быстрее проходим дальше. Да, нихера, сразу сатан. Ха. 105 мы заработали, и нам еще 15 накинули сверху. Вау. Ах, что ты хочешь сделать? Улучшение. Вау, 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 подожди, так мы можем с вами прокачать и рюкзак, и светило. Клапан Мелвина. Мелвела. Ступень водяного. Так, клапана улучшает цистерны, увеличивает ваш запас воды и открывает модификации. Так, технологии с налетом классика. Гидрастика с колондером. Улучшает газовые бомбы, чтобы увеличить дальность. Так, открывает модификации. Ее можно кидать еще дальше. Блин, видите, то есть... хотя нет. Очень мокрая бомба. Сотку стоит. Это что? Машина судьбы. Это инструмент, нельзя улучшить. Отречемся от старого мира. Машина судьбы. А что она делает хотя бы? Ладно.
Тогда Кирку улучшаем. Модификация. Кирка. Улучшать дик так, чтобы повысить эффективность. Так, космический капитанская кирка. Верно, мистер Спок? Мистер Спок — это отсылочка на Статрек, если не ошибаюсь. И у нас, в принципе, еще хватает на таинственный мешочек. Двойная порция. Каждое улучшение добавляется. Так, сумка сделана с умом. Места хватит на все. Так, 200, 125. Значит, дальше мы вкачиваем себе ХП. И фонарь я ж хотел. Ладно, нет. Подожди. Мужику нет, мужику ничего не нужно. Шестеренки. У нас как раз 5. Так, и дополнительный урон плиткам с ресурсами. Ну. Типа это двойной эффект имеется в виду? А если, допустим, я так сделаю? А, видите, оно только сразу ставит 2. Мира вы теряете меньше. Блин, нет, вот это тоже я уберу. А двойная порция. Можно класть 2 камня в ячейку. Можно открыть за 2. А мал кошелек? Да, дорого. Да, дорог. Возьмем, потому что, типа, вдвое больше я буду получать, ну, типа, вместимость. Ресурс боя. Дополнительный урон плиткам с ресурсами. Не знаю, посмотрим. Приватка молотова. Не дает бомбам наносить урон вам. А, то есть они мне еще урон могут нанести. Я Так. Я прививок не боюсь, если надо, не взорвусь. А возьмем на всякий случай, пускай будет. Перекрестный взрыв. Разбивает плитки с ресурсами. Кирка вызывает. Так, взрыв, повреждающий смежные плитки. Короче, если мы ломаем плитку с ресурсом. Крестики-нолики. Взрыв. А, ну, это 50-50, потому что, типа. Давайте я возьму на всякий. Ну, типа, возьму, посмотрим на первое время. А там потом посмотрим. Ладно, давайте, типа, дополнительный урон возьму еще. И отправляемся уже, так сказать. Ой-ой-ой-ой, вернуть. Давайте наверх. У нас же этот есть. Тихо. Точно. Я же забыл уже. У нас же вот сюда могу попасть. Так, здесь еще жители я вижу. Довольно много. А, торговец Карсон. Ах, обожаю городскую роскошь. Хипстер работает, тут готовы платить любую цену за мои фирменные детали для улучшений. Я неплохо устроился и езжу туда-сюда, продаю полезные детальки. Обычно их покупают на распродажах и в косми... Так. Комиссионных, но некоторые можно найти просто на дороге. Не производится так, такой характеристический шум, будто тикает негромко. Непривычкой их трудно услышать, но если будешь старательно прислушиваться, то все получится. Кстати, у меня тут есть деталь. На продажу с тебя много не возьму. Как тебе предложение? Поможешь купить отличную новую шестеренку всего за 25? А, не сейчас, извини, у меня только 7. Ну ладно, приходи, как шестеренка понадобится. И я думаю, со шестеренкой, может быть, у нас не будет проблем. Ладно, что с тобой? А ничего себе, какая классная ракета. А, профессор Шерман. Ну, поскольку мэр сейчас проявляет поразительное равнодушие к науке, мне пришлось придумать план на случай ЧП. Мой сейсмограф показывает, что с этими землетрясениями что-то явно не так, и видишь ли. Наша шахта вырыта как раз по линии теклонического нарушения, пара сильных толчков и города конец. Ясненько. А выше мне не подняться. Да. Как мне выше подняться? Так, вот это вот неинтересно мне. А я подняться не могу, слышишь? Там два мужика, с которыми я мог поговорить, но я к ним сейчас попасть не могу. Найс. Хорошо сделано. Ладно, погнали. Сюда. Погнали все. Ай-яй-яй, нет. Стой. О, давай я с тобой поговорю. Вы были правы насчет краснокаменного штриха. Он завален. Неудивительно. Но мне немного взрывчатки его расчистят. А взрывчатку я не могу нигде найти. Да, пока что.
Пока что взрывчатки у нас нету. А почему я сюда вернулся? Потому что у нас здесь быстрое передвижение есть. Вот почему. Так, сохранение. Бац. Пускай взрывается, я пока... Так, а мне хп бы еще взять где-то. Берил, да, видите, теперь у нас не один, а сразу два. А, говорят, он помогает выполнять мечты и желания и уничтожать негативную энергию. Поэтому это очень хороший предмет. Я, наверное, все-таки вернусь и возьму еще воды немного. То есть с ячейками это очень довольно полезный предмет. Вау. Как он быстро все прокопал. Но мне однажды такое чувство, что это мне может немного, так сказать, в ловушку загнать. Потому что оно ломает, и мне придется вот так залазить. Типа. И то, может быть, я смогу так залезть. Вот, видите? Ах ты ж, ё-мо, меня еще задел. Видите, типа он взорвал, типа, лишний блок. И... начался обвал. Я, типа, за это только волнуюсь. За завалы. Я волнуюсь за завалы. Давайте я, наверное, вернусь и, да... положу этот предмет. Ну нафиг его. Так, туда еще, подождите, можно подняться. И тут что-то есть. Секретки. Пипец, теперь у нас получается с вами... секретки просто так есть. Находится на карте. То есть, понимаете, это нужная вещь, типа, копать уже именно вплотную. Так, возвращаемся. Сейчас это все дело продадим. О. Один... Так, неправильный заряд и краснокаменный открыт. Да, да не считая каверна, он чертовски прочный. А рад, что он еще цел. Чтобы раскапывать грязь на такой глубине, тебе нужно так позаботиться об инструментах. И да, не забывай приносить нам новые драгоценные камни. Поговорить. Теперь краснокаменный штрих открыт, и я смогу искать Расти еще глубже. Эй, а его что, еще не нашли? Ну ты только... Так, носи сюда побольше руды. До защитной стены можешь копать без препятствий, детка. Мы с тобой, дружок, пропали... Так, провалился в какую-нибудь трещину в стене. Я бы не... Так, я бы на твоем месте заглянула на каменоломную станцию. Там есть старая машина, которая тебе здорово поможет. А, это та, которую мои братильники в прошлом году в кирпичную вкладку замуровали. А, ржа их ешь. Но ты наверняка найдешь способ справиться с кирпичами. Если найдешь, скажи, я... Так, я потому когда-нибудь так пошлю на золотать стену. Ой, ты ж ё-мо, как она глубоко. Манать, окей. Поговорите с мэром. Найдите станцию. Мне нужно попасть на каменоломную станцию. Внизу масса проломов. И проходи уж, поверь. У моих братьев талант отыскивать их. И блуждать там неделями. Говорят, эти мясоголовые бомжи прорвали сквозь стену. И устраивали вот тут... Бедлам устраивали. Так, давайте быстренько... Продам. У меня сейчас, короче, просто мысли в голове. В том, что мы можем сделать, что мы можем прокачать. А, блин, если набрешь на бомжей, я бла-бла-бла, что-то я там пропустил. Говорят, они там все под бузой и ищут металлическое, ясно? Им этой отравы всегда мало. Эта штука делает их сильнее, но одновременно скрывает с катушек, срывает. А еще от нее жуткая коррозия, так что не прикасайся к ней. А мне сейчас интересно, если я поднимусь наверх... О, я могу еще с этим поговорить. Так, защитная станция на дне шахты. Это просто чудо-техника. У нас в Тамблстоне под городом тоже была стена. Это та же самая стена, длиной в много миль. Это самое невероятное творение рук одного бота во вселенной. Будь она на поверхности, ее было бы видно из космоса.
сколько кирпичей и все, чтобы нужно попасть... Так, не пропустить бомжей. Ну, бомжи, они же Holo Devolvis. А довольно изобретательные в некоторых областях. Это их буза, которая помогает выжить под землей. Крайне занятное вещество. Сильный мутаген вызывает стойкое привыкание, но при этом крайне эффективный источник энергии. Я когда-то пыталась использовать ее как топливо для ракеты, но это слишком летучее соединение. Блин, наверх не попасть никак все-таки. А, что у нас есть? Давайте быстренько сюда улучшить фонарь, да, наверное, улучшим. Модификация. Угу. Так, полярная звезда. Открывает модификацию. Рефлекс Гордона. Гори-гори, моя звездочка. Хорошее снаряжение. То есть ты можешь его улучшить, если шестеренки есть. Не, я так все знаю. Ладно, в общем, да, извини, я буду тут, если что. А, что-то хотела. Давайте пускай Лана расскажет. А ты можешь улучшать инструменты с помощью шестеренок, а ты можешь видеть такие вокруг. Воспользуйся верстаком, и с его помощью сможешь улучшить свои инструменты, просто вставив шестеренки в ячейки. О, только это, не бойся, сможешь вытащить шестеренки в любой момент. Чем больше улучшений инструментов, тем круче улучшение. А вот, могу еще порассказывать, а ты, наверное, не хочешь. Хочу все знать. Есть еще такие улучшения, для которых нужны чертежи. У Дэви Белтона, нашего картографа, это, кажется, есть парочка. А такие улучшения обычно очень классные. Ну, то есть, мне нравится. Да, и раз ты сможешь доставить шестеренки, то можно поэкспериментировать. Ну, имеется экспериментировать, то так, то эдак. То есть, если хочешь... круто ты дослушал до конца. Обычно все уходят. Ну, мышные такие, слушай. Блин, приятель, ну не расстраивайся, посмотрите на его просто лицо, он только миленький. Ладно. Давайте мне шестеренки. Пламя куберы. Нахождение сияют, чтобы их легче было обнаружить. Улучшение что-то освещает, чем-то сияет впустую. Давайте возьмем, что ли. Пускай будет. Все равно у нас лишняя шестеренка. Приветствую тебя еще раз, мой провинциальный друг. На нашего бедного мэра кто только не жалуется. А по мне, он знает, что говорит. Он же городской, он-то привык к местным порядкам. Если бы меня поставили управлять эдакой махиной, я бы с винтика слетела. Вот металлом отправляй. Металлолом отправляй. Что ты мне расскажешь? Отлично, уже есть 5 находится целых 5 замечательных артефактов. И дам тебе еще один чертеж, если ты покажешь мне не меньше 6 артефактов. Когда я был юным, резвым ботом вроде тебя, то облазил всю шахту и оставил отличные карты. Я нанес на карту все защитные стены задолго до того, как мои колени начали крепить и заедать. Я начал с ними яростную, но... Эти неразумные бомжи мне очень мешали. У этих созданий нет никакого уважения к чужому труду. Закладывать взрывчатку под такой шедевр? Это просто абсурд. Стена, конечно, поглощает большую часть урона, но понемногу они пробивают ее. Ага, значит, у нас теперь есть с вами и секретные эти карты. Довольно хорошая информация. Поехали. Либо мы... Подождите, я снял с... Нет, я не снял, тогда возвращаемся обратно. Я не снял модификацию крестиков-ноликов. Так, нет, это ставим. Давайте тогда пускай будет этот, почему бы нет. Все равно некуда. Ладно, или хотя уже по времени, так если посмотреть, давайте, наверное, на этом и закончим. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.